этом зале собрались молодые педагоги. Еще совсем недавно они сами сидели за партой, сейчас передают свои знания подрастающему поколению. На встрече с администрацией воспитатели и учителя поговорили о проблемах и обменялись опытом с коллегами. Мероприятие приурочено к первым 100 дням работы специалистов. Все участники встречи получили денежные сертификаты. Таким образом, мы, во-первых, и стимулируем, и задерживаем специалистов, помогаем молодому специалисту понять, что был сделан правильный выбор, и адаптироваться в достаточно сложном на сегодняшний день образовательном пространстве и с такими высокими требованиями, которые предъявляют наши жители к обучению их детей. В городском округе работает программа поддержки молодых педагогов. При поступлении на работу в муниципальную, дошкольную и общеобразовательную организацию в Московской области выплачивается пособие в размере 50 000 рублей. А еще через 2 года работы педагог получает 100 000 рублей.